Как у меня это обычно бывает, найдено это было знакомым дедом, пришлось покупать. И если колонки он согласился отдать за 500 рублей, то сам комбайн «Романтик» пришлось покупать за косарь. Представлял он из себя двухкассетный магнитофон, плюс тюнер, плюс усилитель, плюс, по-моему, вертушка в одном корпусе. Или вертушки не было, не помню. По-моему, была. Но эта романтика оказалась некомплектной. И вообще их, кстати, было две. Одну я взял, вторую не взял. А, однокассетная она была, не двухкассетная. Да. Одна оказалась совсем разобранная. Вторая оказалась более-менее целая, но тоже копанная. Без боковин. Что-то там было поотключено, и в конце концов я ее металлоебом другим продал. Причем еще и дешевле, чем купил, что самое обидное. Или продал ее за косарь, а купил за полторы. Не помню. Ну, короче, небольшой такой просак. А вот колонки, поскольку они, их сложно уколхозить, тем более такие с одним широкополосным динамиком, я их оставил, они стояли себе на полочке несколько лет в гараже, в нормальном сухом месте. И что-то я туда перевозил и решил их забрать домой. Пришло их время, скажем так. Я знал, что это колонки на 10 ГДШ, я знал, что такое 10 ГДШ. 10 ГДШ это динамики, в них установленные для тех, кто не шарит. И через сетки видно, что они не выцвевшие, сильно не грязные, и колонки на самом деле сильно не были грязными. Ну, пыль вроде на них так лежит, но не более того. И видно, что подвесы родные, но что они еще хотя бы без дырок. И у меня до этого были более ушатанный 10 ГДШ, причем уже без корпусов, которые я просто с какой-то самоделки выкручивал. И я до этого слушал эти динамики только без корпуса. Я был наслышан, что они довольно-таки приличные, если их восстановить. Слышал и другие мнения, что они... Вот даже у меня в комментариях, когда я анонс по этим колонкам снимал, слышал такое мнение, что... Да вот, говно звучит как радио, точка там. Я не знаю, где они звучат как радио, точка. Вот эти вот дополнительные маленькие диффузоры. У меня, конечно, они вызывали сомнения, но на самом деле вот эти динамики довольно-таки зачетно отыгрывают высокие частоты. И я вам скажу, как мне кажется, но мне кажется, что эти колонки... лучше, чем
легендарные в кавычках S30. Причем они лучше, чем S30 во всем. По верхам они лучше, чем Комета. По басам, конечно, Комета все-таки, наверное, будет получше. Хотя тут, опять же, Комета я слушал в большой комнате. Эти я слушаю сейчас в маленькой комнате. Когда их слушал в большой комнате, мне показалось, что они басят там сильнее, чем здесь. Короче, возможно, надо будет сделать прямое сравнение, как я это делал с S30 и Варфаделами, и JBL-ами. Я ожидал от этих колонок, что они будут дребезжать, хрипеть на большой громкости, что подвесы у них уже треснули. И на самом деле я через сетку не вижу, треснули они или нет. Но! Динамики держат центровку, не рассыпаются, дырки не появляются, и есть ощущение, как будто бы подвесы даже целые. Причем колонки держат герметичность. Одна из них точно на пломбе, вторая, по-моему, может лазили, может не лазили, но какая-то такая полупломба. Пластилин вроде бы есть, но вроде бы и винтик виден. А это в одной, а во второй реально, по-моему, даже печать есть. Их визуальная отделка мне не по душе, вот такая вот. Но, тем не менее, вся вот эта отделка сохранилась в прекрасном состоянии. Возможно, разве что на передних панелях есть затертости. Потому что они выступают. Как он их вез, хрен его знает. Но вот эта отделка в отличном состоянии. А вот тут коцки все-таки есть. Это самая выступающая часть. При этом, с другой стороны, все нормально на этой колонке. Вроде бы нормально, вроде бы что-то и есть. А вот с той стороны вообще идеал. По-моему, передние панели здесь не снять без откручивания задней части, но на обоих колонках по половине винтов расслабилось. И, по-моему, на одной колонке я притянул все, кроме одного, на другой колонке притянуты нормально два, один не притянут. Ну, то есть там с обратной стороны гайка. И если просто вот так вот крутить ее, не держать, она может закрутиться, а может и не закрутиться. Но даже несмотря на вот это все, посторонних звуков от этой акустики не наблюдается. И по сути мне про них рассказывать больше нечего. Советская акустика на поролоновых подвесах, на ППУ подвесах, если по-современному, которые надо бы заменить. Но менять не хочется, потому что они пока что себя показывают нормально. Даже если они треснуты, они сильно этому не мешают этому. То есть колонки не дребезжат. И даже герметичность корпусов не нарушена, потому что у меня была колонка «Маяк», такая же, в которой кто-то проделал нештатную дырку в задней фанере. Если эту дырку заткнуть, колонка играет нормально. Если эту дырку открыть, то напрочь отсутствуют низкие частоты. Здесь нету такого эффекта напрочь отсутствия низких частот. Здесь есть полное ощущение, что они герметичны, целые и работают нормально. Поэтому я в них лезть не буду. К тому же, если в них залезть, это будет минус к цене, потому что я подвесы менять не умею. Зачем я буду лазить, смотреть, продавливать, проверять? Если в них залезть, трещины точно появятся, даже если их сейчас нет. Сразу скажу, колонки эти будут продаваться. Я на них вижу ценник 3000. Вы скажете много, я скажу нормально. У всех они столько стоят. А у этих еще и штекера не отрезаны. И поэтому приходится вот так вот извращаться с помощью крокодилов на одной колонке. А вообще-то у меня были переходники, то есть гнезда точка тире. У меня их должно быть аж 3 штуки. 3, потому что третий я покупал, он был последний по наличию. Потому что один был, а второй потерялся. Теперь у меня один остался, и оба потерялись других. Вот один, который я нашел, он подключен на эту колонку, а здесь крокодилами, чтобы послушать их парой. Потому что я первый раз слушаю их парой. И в не очень удачном месте. Здесь много чего плохо звучит, потому что позади меня шкаф. И сейчас я найду какую-нибудь музыку и послушаю вместе с вами. А как насчет...
И, кстати, музыка ровесник этих колонок примерно, плюс-минус. На этих колонках такое, скорее всего, и слушали. Единственное, поскольку комната не очень для прослушивания, и плюс колонки закрытые, не очень басовитые, крутилка низких частот на максимум. По-другому тут пока никак с этими колонками. Тембр ВЧ не тронут в серединке. Парадоксально, но мне нравятся эти колонки, но я все равно хочу их продать, потому что я в них не вижу смысла. Давайте дальше. А вот это уже не их музыка, но все-таки. Я на Авито натыкался, что существуют эстрадные советские колонки, а может уже постсоветские, на вот таких вот 10 ГДШ, 6 или 8 штук в одной. Вот интересно, как они ебошут. А у меня дома, кстати, до второй половины нулевых, а вот с каких годов, не знаю, короче, родители покупали, были еще более интересные колонки. Это были ящики с аудио или радио тканью, которая в сеточку, как на 10 масс колонках. И на 3 AS-505, и 15 AS-404, в общем, с такой же тканью были колонки. С вот такой же, только черной, или вот такой темно-темно-темно-коричневой, но глянцевой отделкой. С белой такой трубкой по периметру, или леской, или трубкой. Скорее всего, она пустотелая, трубка была белая.
И это были колонки на 8 в каждой 4GD35. Или на чем-то таком же. То есть это был бумажный 8-дюймовый динамик. Скорее всего, 4GD35. Чисто по форме диффузора он, но может быть и не он. И я до сих пор не знаю, что это была за акустика, как она называлась. И вроде бы со знакомыми находили название этой акустики, но я опять его забыл. А может быть, это была и не она, потому что некоторые отличия бывали. И мой дедушка, ныне покойный уже довольно-таки давно, к ним еще проводил доработочку. На каждой колонке еще был плоский такой ящичек, в котором в каждом было 6 высокочастотников с телеков. Овальных, по-моему, 2GD36 он называется. И я помню, что все эти говнопищалки телевизионные, они каждый играл по-разному. Один громче, другой тише. Третий как будто бы придавлен пальцами диффузор. Четвертый лучше. Все они были разные. А вот которые 4GD35, все играли одинаково. И, кстати, высокочастотники эти, они хоть и были разные, но они им реально помогали. А если бы те колонки были на вот этих вот динамиках, ух, это было бы пизда всем соседям, во-первых. Во-вторых, доработка такая бы не понадобилась. И все это играло от усилка электроника B101. От того самого, который я когда-то вам показывал. А те самые колонки запечатлеть, по-моему, удалось только случайно на фотографиях, они в кадр попадали, и на видеозаписи на кассетную камеру, где меня снимали еще совсем маленьким, потому что колонки были проданы до того, как у меня появился телефон с камерой. Причем продали еще через газету. Я помню, что их на какую-то свадьбу брали. Интересно, какова их дальнейшая судьба. Вот казалось бы, эти подвесы должны были давно треснуть. Ни одного постороннего звука. Они определенно стоят 3 косарей. Корпуса без вздутий, главное. Их вообще нету. Обратно прибавлю.
staring at the sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Say you'll see me again, even if it's just pretend. Эту песню я под видео очень мощно наваливал на электронике B101 и на кометах 15AS225 в 2014, пока у меня еще был не спизженный у меня же S2. На него я и снимал. Эх, 10 лет назад было. Вот название. Кстати, я на большой громкости слушаю. Your body.
Вот такие вот замечательные колоночки. Кому понравилось, лайки, комментарии. И, возможно, кто-нибудь захочет их приобрести. Потому что пока что я их не выкладываю.